Кастенбетца и растения забрали меня далеко. Растение было транспортом, а он был водителем. Во время этого опыта я верил, что эти миры связаны с мыслями. Они больше не были ускользающими мелкими импульсами, с которыми я идентифицировался бессознательно. Они были гигантскими, двигающимися вселенными. Я хотел смеяться с ним, сказать ему о радости моих открытий. Но как только возникли эти мысли, он осторожно повел меня в миры ужаса, чтобы я осознал, что все эти страхи и желания скрыто находятся внутри меня наряду с силой экстаза. Чтобы двигаться к свету, я должен был заглянуть во тьму. Я должен был стать бдительным, чтобы узнавать темноту вовремя, поскольку она появляется всегда, когда свет становится слишком сильным. И приходит в форме мысли, которая пытается Очень часто в айвасковых видениях есть определенная последовательность. Определенный змей репрезентует мать растений. Змея также обозначает путешествие. Она может быть также и мастером, тем, кто учит. Я думаю про архетипы как про некие первичные универсальные формы, которые неким образом обладают объективным существованием.